Мы будем требовать немедленных отставок претора Пояты, главы рынка Балана и как главного виновника это примара Дарина Киртуака. Я понимаю, что многие уже говорили и приводили пример Румынии. Тем не менее, он налицо. К сожалению, я надеюсь, что примар не будет ждать, пока у нас появится одна жертва, и подумает о том, чтобы действительно добровольно уйти в отставку, пока народные массовые протесты не заставят его. Почему я говорю народные массовые протесты? Потому что все из вас наверняка читают в социальных сетях, люди очень недовольны. И именно поэтому мы, понимая, что примар любое недовольство кишиневцев пытается показать, что это якобы протест социалистов, что это подосланные люди, мы в первые дни не хотели вмешиваться, мы хотели бы, чтобы люди переварили информацию и сами высказались по поводу того, что происходит. Партия социалистов готова оказать любую медийную, организационную, любую поддержку любым группам граждан, кишиневцев, которые готовы выходить на массовый протест для того, чтобы как можно быстрее отправить в отставку примара, если он сам этого не понимает, если он не понимает, что такое поступить как нормальный чиновник, нормальный европейский чиновник, который хочет построить европейскую столицу.